Все четко. Девочки, всем привет. Мы находимся на вершине горы в Судаке. Еле забрались на эту гору, не знаем, как будем спускаться. Но очень уже жарко. Мы встали где-то часов, наверное, 7-8 и пошли. Это заповедник уже. Раньше... Что? Олежка что-то мне махает. Я людям. Вот вы наблюдаете такую прекрасную картину. Очень красиво. Вообще неописуемая красота. Не знаю, как мы будем с этой горы назад идти, потому что страшно. Судак, конечно, мы были, наверное, лет так 10 назад. И Судак был не настолько большим. Сейчас, конечно, стал намного больше. Мы живем где-то в этом районе. Покажи, Олежка, как мы будем спускаться. А вот так. Так что мы увидимся с вами уже в следующем влоге. Да, здесь очень-очень красиво. Я еще покажу море. Люди, приезжайте, отдыхайте. Пока. Пока. Yes. Вот, девочки, такой у нас номер. Мы с родителями, поэтому две комнаты таких. Вот, две тумбочки, кровать такая. Ну, правда, кровать не очень мягкая. Такая твердоватая, я бы сказала даже. Здесь идет, по-моему, такая досточка. Вот, вы можете наблюдать сейчас. Такая досточка. А здесь вот поролон. Чуть-чуть. Поэтому как-то оно не очень мягкая, твердая кровать. А так все, в принципе, меня устраивает. Вот такая шторка. Окно. Телевизор. Так. Такой вот шкаф. И вот такой диванчик. Дальше мы открываем. Здесь такая мини-кухня. Умывальник. Микроволновка. И холодильник. Такой вид. Горы. Вот такая вот. Здесь еще одна комната. Такая же какая-то. Это туалет и душ. Сегодня был дождь. Я буду разговаривать не очень громко, потому что мама спит. Сегодня был дождь. Мы накупались с мамой под дождем. Папа и муж сидели под зонтиком, почему-то не хотели купаться. А мы прекрасно покупались, вообще чудесно. Мы видели дельфина. Даже, по-моему, даже два. Или это был один и тот же, но... Ну, мне кажется, это были два разных дельфина. И все люди встали и смотрели на этих дельфинов, как на, не знаю, там, чудо какое-то. Очень было прикольно, что мы все-таки увидели дельфинчиков. Сейчас мы пойдем, наверное, с Олежкой, с мужем
на Генуэзскую крепость. Он еще не видел. Я была уже в Судаке 2 раза когда-то. Но он не видел, он первый раз. Поэтому мы, наверное, пойдем и посмотрим крепость. Ну и я заодно посмотрю, что там изменилось, может быть. Так что встретимся позже. I'm just a little bit caught in the middle. Life is a maze and love is a riddle. I don't know where to go, can't do it alone. I've tried and I don't know why. Slow it down, make it stop, or else my heart is going to pop. 'Cause it's too much. Yeah, it's a lot to be something I'm not. I'm a fool out of love, 'cause I just can't get enough. I'm just a little bit caught in the middle. Life is a maze and love is a riddle. I don't know where to go, can't do it alone. I've tried. Make it stop, or else my heart is going to break.